Об итогах спецоперации в Дагестане сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Уничтожено 9 боевиков, в том числе главарь так называемой махачкалинской бандгруппы. По оперативным данным, он был причастен к убийству главы администрации одного из сел, нападением на мирных жителей и полицейских. На месте сегодняшнего боя нашли 7 автоматов и большое количество боеприпасов. Также стало известно, задержаны 2 пособников, которые снабжали бандитов оружием. Была изъята самодельная бомба. Она сработала во время разминирования, но при взрыве никто не пострадал. Спецоперация продолжалась 2 дня. Накануне погиб боец спецназа, еще 3 ранены.